требует перемен. Уважаемые казахстанцы, мы сегодня вышли в знак солидарности, в знак поддержки наших соотечественников, которые также вышли на митинги в Казахстане. Наша главная задача и главная цель – мы не призываем к насилию, мы не призываем к революции, мы не призываем к восстанию. Мы просто хотим, чтобы наш народ объединился и вышел к мирному митингу. Казахстан Республикасының қарулы күштері, полиция қызметкерлері, сот, сіздердің назарларыңызға, қалың жақшаңыздан. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.